попытался помочь своей сожительнице и разгромил служебный автомобиль полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Вязников по факту применения насилия к представителю власти. Установлено, что ранее полицейские начали расследование в отношении местной жительницы. Она обвинялась в мошенничестве. Для проведения оперативных действий полицейские прибыли к ней в Вязники, однако ее сожитель начал угрожать полицейским, после чего вооружился бейсбольной битой и разбил стекла машины стражи порядка. На следствии он пояснил, что был нетрезвый и хотел помочь своей подруге. Теперь ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.